Режим Назарбаева Тукаева преследует Мухтара Блязова за мирную оппозиционную деятельность. Режим диктаторов предпринимает разные попытки добиться его экстрадиции в Казахстан. Сейчас Мухтару Блязову необходима полномасштабная юридическая и публичная защита от незаконной экстрадиции и для получения политического убежища. Наши сторонники, которые хотят оказать помощь Мухтару Блязову, столкнулись с проблемой банковского перевода, так как режим ограничил возможность перевода средств на ранее опубликованные нами счета. Самым безопасным способом перевода средств является криптовалюта. Все, что вам нужно, это электронная почта и удостоверение личности. Для начала вам необходимо скачать приложение Binance в Play Market или в App Store. Дальше регистрируемся либо через Google почту, либо через номер телефона. Заполняем все поля необходимыми данными и ставим галочки. После на телефон или электронную почту приходит шестизначный код, который необходимо ввести в приложение. Последний этап регистрации – верификация аккаунта. Заполняем все поля необходимыми данными. Сфотографируем удостоверение личности, потом себя. Дальше надо пополнить кошелек. Выбираем кошелек, нажимаем на «Купить», набираем USDT с зеленой иконкой. Самая минимальная сумма 8400 тенге, чуть более 15 евро. Заплатить вы можете либо через Google Pay, либо через банковскую карту. Если вы выбираете карту, то заполняем карточные данные, а также есть второй вариант – биткоин. Здесь также нажимаем на кошелек. Выбираем «Купить», пишем BTC, выбираем «Биткоин». Здесь также минимальная сумма 8400 тенге. Выбираем способ оплаты, либо через банковскую карту, либо через Google кошелек. И далее заполняем все нужные поля. И завершаем пополнение кошелька. Теперь отключаем опцию Binance Pro. Выбираем кошелек. Выбираем USDT кошелек. Набираем USDT. Выбираем Tether US. В поле адреса ставим номер счета, который вы можете найти в тексте публикации к этому видео. Сеть выбираем Tron TRC20. И дальше каждый по возможности оказывает финансовую поддержку. Реквизиты для перевода можете найти в описании к видео. Благодарим всех наших сторонников за поддержку. Алға Қазақстан!